Когда всем уступаешь, люди начинают пользоваться тобой. Где та грань, когда уступать не нужно, не смиряться? Так пусть пользуются. Как хорошо. Есть на кого облокотиться людям. А мы для того людям и относимся, уступаем, чтобы людям было на нас возможность опереться. Мы для чего уступаем? Чтобы нас ценили, любили, и мы бы на них опирались. Нет, нет, нет. Учимся уступать, учимся через это терпеть и любить. Любить для чего? Чтобы на нас и опирались тоже. Поэтому это хорошо, что на нас садятся. Мы для этого и любовь хотим проявить к нашим ближним, чтобы на ручках носить. То, что не, это первое. Второе. Что не всем полезно порою, некоторым полезно другое, не на голову присесть кому-то, а саму своей ножками ходить. Так бывает? Да, так бывает. Но здесь нужно советоваться не с тем, какие люди плохие или хорошие, и мне не хочется на руках носить. Не мне не хочется носить, а ему не полезно. Если вот так рассуждается, то кто-то тонкая грань. Надо с собой следить. Ко мне постучали, пришли. Тебе что, милый? Батюшка, помоги мне материально, пожалуйста. Тебе много надо? Нет, 5000. Смотрю его, на него, а внутри себя думаю, что сказать, как отказать-то? Что думаю? Не есть у меня возможность или нет? И в какой он беде? А как отказать? Какую благодетельную форму придумать? Значит, грех. И сам себе сказал вслух, сейчас несу. Раз такие помыслы, значит, сейчас несу. Мне точно будет на пользу. Все. Он говорит, я, знаешь, когда отдам? Говорю, потом расскажешь, ладно? Иди с Богом. Мне не надо слышать, когда он отдаст. Лучше не отдал бы, раз у меня такие помыслы. Лучше бы не отдал. И наоборот, вижу, прямо обманывается. Вижу, обманывает. Такое было не раз. Обманывает человек. Говорит ложь. И то, что меня обманывает, это полбеды. Это на пользу. Мне на пользу. А знаю просто человека, что он так и живет вообще по жизни. Не на пользу ему. Только ответил вот как. Прости ради Христа, брат. Не смогу дать тебе. Нет, сказал, есть. Есть. Боюсь, стану участником твоего греха. Поэтому вот этот момент очень важный. Если мы не хотим помогать, не хотим, чтобы на нас облокачивались, не хотим уступать, потому что себя больше любим, чем те, кто вокруг нас, то пусть на нас садятся и пусть нами пользуются. Если мы, забыв себя, рассуждаем о благе ближних, вот так, тот только такой и может найти эту правильную золотую середину грань. Только такой.